чаще всего выявляются факты захламления рек твердыми коммунальными отходами. Затем в дальнейшем решаются вопросы либо о возбуждении дела о административном правонарушении, проведении административного расследования, либо совместно с департаментом жилищно-коммунального хозяйства мэрии решается вопрос о ликвидации данных захламлений. Рейдовые мероприятия проводятся регулярно, от 1 до 3 рейдов в неделю. По результатам данных мероприятий выявляются лица, виновные в захламлении берегов рек. Вносится им предписание об устранении нарушений. Если не будут выявлены участники и виновные лица, тогда совместно с нашими коллегами из департамента жилищно-коммунального хозяйства мы проведем уборку этих рек, возможно, привлечение волонтерского экологического штаба комитета. Вообще, комитетом охраны окружающей среды на постоянной основе проводится обследование водоохранных зон. Уже проведено более 30 обследований реки Ягорбы, Шексны и Серовки, а также реки Кошты. И сегодня как раз предстоит нам выявить опять места захламления, если они имеются, и места илового затемнения.